В официальном сервисном центре на ремонте находится посудомоечная машина IKEA. Сейчас мастер занимается ее ремонтом. Вот так вот выглядит панель управления посудомоечной машины IKEA. Данная посудомоечная машина IKEA пришла в официальный сервисный центр Deutsche Mechanica с неисправностью. Сейчас мастер разберется, в чем здесь причина. Сразу же мы можем вот здесь вот наблюдать, были какие-то подтеки. Вот аквастоп мы видим в следах. Устройство данной посудомоечной машины. Это вот в поддоне еще тоже мы можем наблюдать. Это поддон от посудомоечной машины IKEA. Здесь вот следы какие-то воды. Это солевой блок. Здесь находится соль, которая смягчает воду, помогает смягчать воду. Вот это вот аквастоп. Это колба с датчиками. Сейчас мастер снимает циркуляционный насос посудомоечной машины IKEA. Вот это помпа, которая выводит воду. Электроника данной посудомоечной машины находится. Плата, силовая плата и плата управления вот здесь. Здесь вот под этой панелью. Мастер вынимает циркуляционный насос для того, чтобы продиагностировать его. Вот так вот выглядит этот циркуляционный насос. Посудомоечная машина, вот это вот клапан и теплообменник посудомоечной машины IKEA. Данную посудомоечную машину восстановим. На все ремонтные работы и установленные запчасти будет предоставлена гарантия от официального сервисного центра Deutsche Mechanica. Если у вас есть необходимость в диагностике и обслуживании посудомоечных стиральных машин IKEA и другой бытовой техники, официальный сервисный центр Deutsche Mechanica выполнит полный спектр услуг по ее обслуживанию. Данная посудомоечная машина IKEA является аналогом посудомоечных машин Electrolux, Zanussi, AEG. То есть, в принципе, забрендирована она как IKEA, но внутри вся начинка от Electrolux, Zanussi, AEG. Электролюкс, Zanussi, AEG, официальный сервисный центр Deutsche Mechanica тоже обслуживает в случае необходимости ремонтных каких-то работ, обслуживания, диагностики. Официальный сервисный центр Deutsche Mechanica выполнит полный спектр услуг и на все работы и запчасти будет предоставлена гарантия. Находимся мы на проспекте Воздухофлотский, 34, в городе Киеве. Работаем мы с 9 до 6. Суббота, воскресенье, выходной. Если у вас есть необходимость самостоятельно привести бытовую технику к нам в ремонт, то можете это сделать.